Здравствуйте, дорогие друзья! В Испании наступает Рождество, и осталось до Рождества 9 дней. Ну а какое Рождество в Испании без хамона? Я вам хочу показать. Прислали мне с фабрики в подарок иберийский хамон. И решил я с вами поделиться, показать это, какие вот бывают подарки. И почему именно хочу показать, потому что первый раз за все проживание в Испании мне подарили иберийский хамон. Чтобы было понятно, этот хамон очень дорогой, потому что свинюшек кормят желудями, это супер дорого. И вот такая вот ляшечка хамона может стоить от 200 до 400 евро очень даже легко. Подарили мне, кстати, вот такую подставочку под хамон. Ну, это как бы дело третье. Давайте посмотрим, вот как она идет. Сама ляжка упакована очень хорошо. Это говорит о качестве хамона. Совсем непростой. И идет с личным номером. Если мы посмотрим вот тут поближе, то мы увидим, я сейчас переверну. И вот тут мы увидим личный номер вот этой ляжки. Так, давайте я ее открою. И что мы видим? А мы видим, мы увидим этикетку. Здесь сертифицировано говорится, что это хамон Дебиота Иберико, 75% раса Иберика, то есть 75% это иберийский хамон, то есть это очень дорого. И посмотрите, он какой сам по себе. Кстати, здесь они прислали, видимо, как покупали и не увидели. Если мы посмотрим, цена вот этого вот хамона 199 евро. Я, честно говоря, немножко обалдел, получив такой подарок. Ну, испанцы, между нами говоря, любят дарить подарки. И тогда бывают такие подарки, которые просто вот впечатляют. Вот я под этим впечатлением решил сделать такое небольшое видео, да. Кстати, подставка вот на хамон, где я это буду упаковывать, тоже очень качественная. Так что вот, друзья, скоро Рождество, и будем встречать мы этот праздник вот с таким хамоном. Хочу уже тоже, наверное, поздравить с наступающим Рождеством всех моих подписчиков, друзья. Желаю вам всего хорошего, чтобы все у вас было хорошо и замечательно. Всех вам благ.